сам этот момент, когда ты поешь, когда ты непосредственно выступаешь, это все ты вспоминаешь как какую-то вспышку. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой, светил чист, бесконечно прекрасен. На самом деле я очень скромный. Но на тот момент я решил, что нужно дать знать продюсерам и жюри, к кому я хочу пойти. Есть у меня мечта, не мечта, скажем так, цель – работать с вами. Понятно, что Александр этого хочет. Вы-то хотите его в команду? Саня наш. Да? Наш. Мы находим человека, в котором есть уже заранее заложена харизма, заранее заложено что-то необычное. Он очень открытый, он очень добрый, он очень простой парень. Остается только добавить немножко опыта и удачи.